Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Hellplay. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня вновь оказались на зловещем корабле в игре под названием Little Nightmares DLC Hideaway. И нам нужно с вами достать последних наших маленьких членов Куклус-клана для того, чтобы они таскали уголь в нужной интенсивности. И должно что-то произойти вот с тем агрегатом, да? С этой печкой. Когда мы с вами это все сделаем. Но что, может взорвется она, не знаю, еще что, может что-нибудь включится. Короче говоря, перед тем, как продолжить, брочеек, вот. За вас, не хворайте. Ну и, ребята, поехали. Итак, впереди у нас непонятно что. Давайте дернем еще раз эту штуку. Так, вылетают у нас предохранители. Причем один предохранитель светится, а второй нет. Нам как будто бы намекают, что нам нужен еще один предохранитель. Я могу вставить этот обратно, например? Да, я смог вставить, я решил проверить. Значит, мне нужен... Ну, вот, короче говоря, нам нужно найти с вами предохранитель, который будет работать. Что ж, вперед! Ой! Что ж, вперед! Вперед, ребята, через темноту искать второй предохранитель. Так, будем избегать вот этого вот дела. Понятно почему. Механика, она в этой игре не меняется в этом плане. Ага! А вот и наш дружбан. Так. И ты будешь так и... Ой. Ты будешь так и стоять? Нет, давайте подальше отойдем. Так. Он развернулся. Быстрее. Так, я вижу проход. Сейчас к нам повер... Нет! О, хорошо. Так, куда дальше? Так, стоп, здесь камушки опять. Этот уголь разбросан. Ага. Слышишь, что-то справа? Так, лестница. Вот он, вот он! Вот он. Так, ладно, он пошел в другую сторону. Я немного испугался, я думал, он пойдет сюда. Ой! Он услышал. Я надеюсь, мы с вами правильно идем. Тихо. Он ищет. Все? Все, его не... Человек рукой меня схватит резко. В общем, там была скрипучая ступенька, и я не виноват, ребят, что он меня услышал. Так, я уже вижу, почему нам надо будет прыгать. Так, дверь. Дверь, ничего. Ладно, побежали. Али-хоп. Али-хоп. Услышал нас. Быстрее. Опа, я вижу проходик, опа. Так, он ушел. Что делать? Прятаться. Хотя, погодите, как он себя пройдет? Сюда же проход только сверху. Просто музыка такая, как будто он сейчас появится. Или нет? Ну-ка, его тут нет? Нет, его тут нет. Так, и нам с вами надо... Куда? Проходы... О, я вижу ручки. Видите, ручки. Отлично. Мы нашли с вами табуретку. Да, мы можем ее двигать. Так, ну давайте сюда. Так, стоп, а что в других шкафах? Погоди. А, нет, табуретка нам нужна сюда. Так, а тут что? А тут ведро. Интересно, кто убирается здесь? Эти же ребята. Я ни разу не видел, чтобы кто-то убирался. У них есть швабра, ведро, тряпка, но... Я не видел уборщиков. Кто должен убираться? Так, тут на что? Тупик, ясно. Так, давайте, за лампу, оп! А, вы видели, как я зацепился? Ну, типа, я не доставал, но зацепился. Это было немного странновато. Ладно, как бы там ни было, пойдемте. Главное, что это сработало. Ох, осторожно. Главное, что это сработало. Вот как везет, как корабль устроен хорошо. Где бы мы с вами ни вылезли, постоянно есть за что зацепиться. Так, хорош.
Все грамотно было рассчитано. А вот и предохранитель, друзья. Вот и предохранитель. И дверь. И кнопка. Ну, все, в общем-то, понятно. Так, давайте за предохранителем. Тут-то мы знаем с вами, как забраться, да? А, ясно. Мы с вами уже не раз-то делали. Так. Не-не-не, зачем задвигать? Выдвигай, конечно. На полную выдвигай. А, о. О. Йо. Вон он там ходит, я видел его в это... Видите? Смотрите, в стекло. Он там ходит. Прям за этой дверью. Так, ладненько. Сейчас, так понимаю, будет еще один... Еще один забег стелса. Что? Ну, возьми, возьми. Возьми, да. Да. Ёб твою мать, возьми, ты нормально, ну. Все, замечательно. Так, давайте откроем дверь. Надеюсь, он сюда не полезет сразу. Не полез. Кстати говоря, удивительно, как он не услышал. Так, где он? Где он? Я слышу. Прямо рядом. Так, окей, мы возвращаемся обратно. Он идет здесь, прямо сюда. Мы не успеем. Надо сныкаться. Слышали, как хрустнула его шея? Такой глухой звук был такой. Хотя это было похоже, как будто кошка мурлыкнула, но... Нет, 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 только не... Только не надо идти сюда. Так, он ушел. Отлично. Так, мы сейчас не будем бегать с вами. Иначе он быстро придет. Он, говорит, далеко ушел, да? По-моему, идет к нам. Да-да-да, очень близко. Ну давай, где эта ссаная дверь? Вот она. Так, он опять шею решил. Ну, сейчас здесь нас найдут, соответственно. Бежим, 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 бежим! Быстрее! Быстрее, вставляй! Так, и что? А, все, и нас... Фух... Я думал, сейчас лезть... О, а вот и сразу целых трое. Я думал, сейчас лезть начнет сюда, честно говоря. Так, они убежали. Вот сюда. Да. Опа, рычаг. Так, штука. А, одного я вижу, вернее, слышу. А, двоих даже, нифига себе. Двое уместились там. Так, и... Они куда-то... А, вон он, вон он. Да все, иди сюда, не ссы. Я нормальный. Так. Где-то вот здесь второй. Вот он. Да блин. Вы надоели. Иди сюда. Сука. Как это раздражает. Иди сюда. Блин, управление такое. Ну... Хочешь завернуть побыстрее, а в итоге он присасывается к этой штуке, в итоге, ну, и начинает как бы трогать ее. Как бы столкнулся с ней. Я его сейчас обгоню. О, блядь. О, блядь. Так, ну-ка. Тихо, 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 тихо. Он знает, где мы. Не-не, давай в другую сторону, давай. Иди сюда, маленький засранец! Стоп, это мы уже обнимали! Черт! О, боже! Не, мы его определенно догоняем. Да! Боже, какое же ублюдство, мать твою, вы себе представить себе это не можете. О, какое ублюдство. Как это бесит. Так, теперь надо перепрыгнуть
с помощью этой штуки. У него, она типа подвластна физике. Зачем ты закрыл? Что ты делаешь с ней? Что он с ней делает? Ты что с ней делаешь? Он хочет тебя убить, это? Ладно, не знаете, нахер, нахер это. Неважно, что он там хочет. Ну, покатили. Так, ладно. Давай. Ну-ка. Главное, чтобы меня не убило. Так, и мы залезть сюда никак не можем, да. А, знаете, как можем залезть? Там же было... Что ты прыгаешь на меня? И как-то... Так, погодите. Какой-то бешеный один из них. Ну-ка, а если я вот это возьму? Да... А, ясно. Она не для этого. Так, окей. Значит, нам надо расположить ее в нужном месте. Давайте, вот как-то... Где мы-то? Да уйди ты! Пшел отсюда! Как-то ее надо сбалансированно расположить, чтобы мы могли допрыгнуть. Да, вот как-то так. Хоп, все. Рисует. Итак, замечательно. У меня есть целых 3 паренька. Идем. Спрыгнешь сам, молодец. И теперь нам надо их использовать для... Для вот того... Вот этой штуки. Для этого рычага, да? Не рычага, а... Ну, вы поняли. Доброшу я так. А-а-а! Так, простите, ребят. Надеюсь, там не будет этого, опять этого придурка. От которого придется нам шкериться. Как мы будем шкериться втроем-то? Ах, блядь. Там зацепиться ты не мог. Так. Так, ну, теперь понятно, зачем нам эта штука нужна. Без них же мы с вами уйти не можем, правильно? Они нам жизненно необходимы. Так что мы с вами подставим вот эту штуковину. Ну, я думаю, достаточно, да? Да, все, идите сюда. Замечательно. Разгадано. Так, ну и давайте сюда. Вы сами заберетесь? Ясно, они указывают. Ладно, давай. Так. Отлично. Замечательно. Поехали, ребят. Ну и теперь налево, и там у нас то, что нам с вами нужно. Так, откроешь? Ясно. А ты? Откроешь. Побежали. Ну? Эй! А, то есть один... А, нет, все нормально. Че он не идет? Все, наконец-то. Сколько у нас их? 5. Давайте, ребят, за работу. Так, ну а пошли только 3. А, нет, вон, 4-й бежит. Рабы мои на шахтах работают. А, вот куда нам, видимо, надо. Вот, запустили мы механизм, да? Хорошо, поехали. Пока, спасибо за помощь, ребят. Удачно поработать на шахте. Так, нам, наверное, в самый верх, да? Потому что слева-то мы с вами были, я помню. Да, в самый верх.
О-о-о, тут главное спрыгнуть вовремя. А? Шутки про евреев, да, сейчас должны быть, ну ладно. Так, опять кто-то в беде. Или, а нет, не в беде. Просто указывает нам путь или... Так. Ага. И... Не могу. Ага. Чтоб они вышли, а я... Так, а я вот. Я их обнять не могу, ребят. Сразу говорю. Так, они сейчас будут нам помогать. Видимо. А, о-о-о, самостоятельно! Тащите меня! Да ладно, не так уж я и толстый. Черт. Хорошо, пойдемте. О, боже. О, смотрите, сколько их тут. Так, там проход. Они здесь живут или что-то типа того? Так, лифт. Опа! Та самая женщина. Она посмотрела наверх. Она почувствовала. А, и все, ребят, конец второго DLC. Вот так вот внезапно. Что ж, мне напомнили в комментариях, что действительно в первом DLC у нас был такой новый босс, скажем так, водяная баба, да? Здесь никакого босса не было, честно говоря, немножко расстроило, и вообще никого нового нам не показали, такого, кого мы не видели. Но, и при этом, на самом деле, не ответили ни на какие нам вопросы. То есть, что за белые человечки? Кто они? Почему их так много? Что с ним происходит? И все такое, может быть, она, не знаю, превращает их, не их, а таких детей, как мы, в этих человечков, хотя какой смысл от этого, но... В общем, загадочно. До сих пор все очень загадочно. Все абстрактно. Я уверен, что если покопаться в игре, там, какие-нибудь там пасхалки, отсылки, секреты посмотреть, там, обратить внимание, например, больше на рисунки, которые рисуют эти маленькие человечки, все станет чуточку ясно, но все равно, блин, все равно неизвестно. Я, кстати говоря, слышал, что по Little Nightmares собираются делать сериал. Не знаю, на самом деле, до сих пор ли в силе эта затея. Вот, но это будет, мне кажется, интересно. Это будет очень интересно. В общем, ладно, второй DLC пройден, впереди, по-моему, третий. Он будет, по-моему, последний, вроде как. Будем ждать, DLC выходит долго, поэтому придется ждать долго. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Есть группа ВКонтакте, группа в Стиме, есть я ВКонтакте. Все ссылки в описании под видео, не очень не хворать, не болейте. Всем пока!